Подписчики, спасибо тебе, Кент. Подпишитесь, пожалуйста, на него. Я не хочу. Давай, наверное, подуэлимся на керамбит скретч. Ты киберспортсмен. Всем привет, ребята, Кент АПК на проводе, и сегодня будет мега битва. Кент АПК против подписчика. Подписчик, поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, ты мне написал, что ты хочешь дуэль на керамбит, я прав? На кого керамбит будем дуэлиться? Давай, наверное, подуэлимся на керамбит скретч. Ну, у тебя денег хватает на него, правильно? То да, есть... хватает. А ну покажи, какие у тебя скины есть, какие скины есть. Ну, у меня есть две... Ну, короче, у тебя есть деньги, деньги на керамбит есть, это самое главное, правильно? Да. Играем тогда только Б, играем до 8, победит сильнейший. Но вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте что? Лайк. И подписку. Ребят, реально очень мало лайков и подписчиков. Но я же стараюсь. Было бы много лайков, я бы делал видео каждый день. Так, ну что же, полетели. Играем до 8, играем Only B. Пусть победит сильнейший. Я тебе желаю удачи. Тебе тоже. Слушай, рассказывай, как тебя зовут и как давно ты меня смотришь? Ох. Ну, меня зовут Никита, я, наверное, тебя ослепил, и смотрю я тебя, на самом деле, еще с конца Бокстрайк. Ага, то есть ты меня уже смотришь больше года. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ох ты, блин, фига себе ты пингер! Охренеть, не встать, вот ты жесткий. Ну, чуть-чуть пингую, да. Да даже не чуть-чуть, а сильно пингуешь. Ну ничего, нормалды, нормалды. Сейчас папочка Кент покажет, как это пинговать против Кента. Ё-моё. О, нет. Да как так? Нет, 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 нет. Ой. О нет, блин, убил. Ну ладно, первый раунд можно проиграть. В принципе, ничего страшного в этом нету. Но это только начало, знай это. Так, ну что, ребята, пора делать камбэк. Проиграть? Не, братан, я никогда не проиграю. Кент АПК привык только побеждать. Я рожден, чтобы побеждать. Поэтому только победа, только вперед. Полетели. Я кибер. А, ты тоже киборг? Ребят, кто киборг, хэштег киборг в комментарии. А мы идем. Ля-л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 я! О, спасибо, ты мне КР купил! 28 гоу! Бывает, братанчик! Я ж киборг, спасибо тебе большое за КР, просто все, ребятки, но он себе подписал смертный приговор. Так, все, давай, играем дальше, давай без этих своих отговорок. Погнали! Вроде пинг и у тебя и меня нормальный. Полетели. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ты по кому стреляешь? Ты что, кента хочешь убить? О, охренеть, не устать, вот ты жесткий. Ну да. Никитос, ты давно играешь в стендов? Ну, на самом деле, это, ну, год. Год играешь, да? И уже, в принципе, ты играешь довольно-таки неплохо. Ну, на самом деле, играл в профессиональном турнире один раз. А, пока что, думаю. То есть, в принципе, ты киберспортсмен от счастья, да? Ну да. Блин, ну это круто, круто. Начинающий, окей. Никитос, но тебе ничто не поможет против меня. Надеюсь, ты это понимаешь, да? Ох, блин! Ты взял оружие секретное. Братан, ну это секретное оружие, ты сам напросился. Ты сам напросился, просто сам напросился. Просто один выстрел, одна голова. Да, я киборг, вот так вот. Вот это я труп. Так, играем до 8, у тебя еще есть шансы на камбэк, но они очень небольшие. Ребятки, как думаете, кто победит, Кент АПК или Никитос? Напишите, пожалуйста, об этом в чате, в комментариях. Конечно же я. Конечно же ты, но я тебе желаю удачи, ты же все-таки киберспортсмен, киберкотлета. Погнали. А, капец, гул попал. Ой, кто-то умер. Ой, Никита, капец. Ой, 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 кто-то умер. Ой. Прилег отдохнуть. Я? Нормал, да и 3-2. Будет обидно. Будет обидно давать керамбит. Ну, вот ты мне писал в ВК, что я нуб, рак, ты меня выиграешь. Ты готов ответить за свои слова? Да, ты нуб. А, я нуб, ну окей. А кто что? Ты тогда? 4-2. Я про. Ты про?
А, это ну-ка. Все монтаж, ребята, на самом деле я выигрываю. Монтаж, да, это все, ребят, монтаж, чтобы набрать лайки. Так. Это монтаж. Никитос, расскажи, пожалуйста, откуда ты взял скины? Ну, откуда у тебя так много голды, что тебе хватает денег на керамбит? Ну, я начинающий трейдер. А, ты трейдишь, да? То есть ты не донатер? Ну, на самом деле, ни разу не донатил. Офигеть, ну это жестко. Капец ты мощный, киборг. Сколько хп я тебе снес? Мне половину. Да? Это только начало. О, да! Фух, надеюсь, я не проиграю, у меня уже очко горит. Очко горит, братан, сейчас не только очко будет гореть. Давай, давай, 5-2. Я просто взял дробовик и пошла жара. Ну ты понимаешь, да? Когда у кента в руках дробовик, лучше убегай! Так. Ого! Хрена себе ты жесткий! Вот это ты зря меня убил, вот это ты зря. Очко подгорает. Ну давай, давай, давай. Прям я чувствую запах. Ага, горит очко прям, да? Смотри, хочешь фокус? Давай. Смотри. Ё-моё! Не пугай меня так, я думал, это ты выпрыгнул. О, капец! А что, думаешь, купил дробаш и тоже сможешь так, как Кент, играть? Фиг там! Что? Фиг там! О, ты читак! Как? 6-3. Эх, как же я люблю это оружие. Ребята, поставьте лайк, кто тоже любит играть с дробашом. Не ставьте лайк, это читер. Я читер? Ненавижу. Так, все, давай, короче, без этого. Давай без агрессии. Ты просто сейчас проиграешь керамбитик и мне его отдашь. Нет, ты сейчас мне сам его всрёшь, и я выиграю тебя в очко. В очко? Ё-моё, слушай, ты чё, ты чё такой любитель очка? Уже какой раз про него вспоминаешь? Ну да. А! Капец! Капец! Один хп. Ой! Все! Что? 7-3! Ты читер, ты читер! Не-не, братан, ну я снимаю видео. Какой я читер? Ты шутишь? У меня все снято на видео. Потом пересмотришь, если что. Я не читер. Все хорошо, и ты мне, походу, сейчас проиграешь керамбит. И давай, пожалуйста, без сливов. Вот как мужик, проиграешь, отдашь и все. Ну что же, последний раунд. Может быть! Так, 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 да! Ой, ой! Ты... Тише, 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 тихонечко. Ой, я чё-то вижу, ты тоже с дробовиком играешь, да? Тоже понравилось оружие тебе. Ой! Что? Кто-то умер! Ты собака! Ты собака обоссанная! Как? Так, все, тише, тише, все, давай без оскорблений. Ты проиграл по факту керамбит. Ты должен его отдать. Что, что такое? Алло, что такое? Готова давать керамбит? Я не хочу. Никитус, ты что плачешь? Да ну. Не хочу. Никитус, ты что, плачешь из-за керамбита? Да. Да ну, ну братан, ну это всего лишь пиксели. Я знаю. Ну не знаю, ну давай, ты мне не будешь отдавать керамбит, но взамен... Попросишь моих подписчиков, чтобы они поставили лайк за это видео и подписались на мой канал. Подписчики, спасибо тебе, Кент. Подпишитесь, пожалуйста, на него. Спасибо огромное. И лайки поставьте. Ну что ж, с вами был Кент ПК и подписчик Никитос, который чуть-чуть приуныл. С вами был Кентуха. Всем пока.